Так, малышку, значит, распяли. А нет. Все, она у нас едет в кузовню. В такой необычной комплектации. Паха сделал под нее телегу. Едет, в общем, заниматься там черновыми работками, подровнять кузовок после сезона. Стаканчик после суперкубка, там то, что раскрыло у нас. По геометрии все проверить. Вот, в общем. Такой вот план. Вот такой вот у нас склад. Тут все навалено вообще прям после этапов плотно. Вот это все должно уместиться здесь. Для вас это произойдет буквально по щелчку пальцев. Вуаля! Готово. Все тут. Диски на двоечку новые. Пластик оставшийся. Кстати, там вот есть пластик. Думаем, что с ним делать. Он весь побитый, но выглядит красиво. Вот, поэтому, может, разыграем. В общем, все. Мы укомплектованы. Ангар уже закрыт. Едем цеплять двоечку.